Als Mädchen wollte ich eine Kämpferin werden. Ich stellte mir vor, die Heimat ist in Gefahr und ich befreie sie. Мы должны погибнуть, но не сдаться. За Родину надо не умереть, за Родину надо убить. Эта фраза очень, она меня шокировала. Мне жаль, что ты не была на Донбассе, и ты не видела всего того, после чего эти люди говорят эту фразу. Я вижу Россию, которая, наконец, выходит из демографической зимы. Понимаешь? Это можно исправить только за счет запрета аборта. На каком основании вы вынесли бюллетни в другую Давайте комнату? Потом мы закончим. Где результаты подсчитанных бюллетней? Не стоило бы начинать свою борьбу, если бы я не была уверена в своей победе. Советского такого отношения. Требуются вот такие радикальные меры, не разбираться, кто прав, кто виноват, нахрен взять всех и просто тупо расстрелять, чтобы другим неповадно было. Прыгать или не прыгать, или к черту, что погибнуть, уже я не могу больше, мне сил никаких нету. Ну, все-таки так разбежалась там по комнате и выскочила.